Совсем скоро в одном из дворов Минска появится настоящий цветочный оазис. И все благодаря минчанке Веры Васильевны Прокопчик. Возле второго подъезда на улице Восточной каждый сезон цветет маленький ботанический сад. Именно поэтому Веру Васильевну смело можно назвать главным активистом двора. Я палисадником занимаюсь больше 20 лет. Но это уже 10 лет, даже больше немножко, как я на пенсии. И этим всем увлекаюсь и занимаюсь. Здесь тюльпаны, вы как видите. Здесь только начинает сходить коста и остебле. Вот, и здесь розы. Розы очень красивые, пушистые растут. Здесь тоже розы, розово-сиреневая роза здесь. А эта роза, это белым цветет. Я вам сейчас на телефоне покажу. А березка вот там? Березка моя. Я ее привезла из леса, я ее посадила, все это моя любимая березка. Выросла, что даже не осмотрелась, когда и что. За палисадником Вера Васильевна ухаживает самостоятельно, а в свободное время выходит во двор подышать свежим воздухом и заодно заглядывает в цветник. Однако есть и такая работа, которую без помощи выполнить минчанка не может. Жизнь помогает. Но особенно помогает вот всем там организации иногда. Особенно помогает в этих всех вот делах замглавы администрации Санковская Алла Владимировна. Во дворе каждый житель знает Веру Васильевну и никогда не проходит мимо цветущего сада. Вера Васильевна очень ухаживает за своими, смотрит внимательно все. А у вас настроение поднимаете когда-нибудь? Конечно, конечно. Посмотрите, он даже у маленького смотрит и говорит, какие красивые нарциссы. Свои 72 года Вера Васильевна не собирается сидеть дома без дела и уже готова к новому сезону. Присоединяйтесь и вы, дорогие минчане, отличный план на предстоящий субботник.